мы не можем этого допустить. С кем мне тогда заключать пари? Послушай, сделаем так. Поспорим еще раз. Если... Ты Латрек? Генрих Латрек. Художник, банкрот и жертва искусства. К твоим услугам. Меня прислал Лютик. А, да. Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности, в тайнике. Но сходить за ними я не могу. Мой дом захватили бешеные кредиторы. Кажется, одного из них я даже встретил. Ну вот, видишь? А вдобавок граф де Лувертен дал мне шанс отыграться и хочет со мной поспорить на все мои долги. Не у каждого хватит денег на такой благородный жест. А у де Лувертена-то хватит. Это младший сын герцога Сальма, а его семья торгует драгоценными каменьями. Одним долгом больше, одним меньше, для него разницы нет. Ты чего-то огорчаешься, у тебя есть шанс одной ставкой расплатиться со всеми долгами. Последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение де Лувертена и проиграю, то до конца жизни буду к нему привязан. Сделаем так. Я буду участвовать в скачках, ты на меня поставишь, отыграешься, выплатишь долги и отдашь мне плакаты. Ты что, такой хороший наездник? Не худший. Иди скажи графу, что принимаешь его предложение. Хватит с меня! Теперь помедленнее. Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну, скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатами? Я принесу их в шалфей и розмарин, как только все утрясу. Договорились. До встречи.